Орел стал зеленее. В результате субботней экологической акции были посажены 80 саженцев. Ученики и родители 50-й школы с удовольствием решили заняться озеленением. Самому маленькому копателю было всего 2 года. Я живу в этом микрорайоне. У нас ребенок в этом году пошел в 1 класс. Мы очень рады, что у нас в микрорайоне построена новая современная школа. Сегодня мы вышли на субботник. Огромное спасибо родителям, которые отозвались на просьбу прийти и помочь. И, конечно же, администрации школы, директору. Саженцы для озеленения при школьной территории выделил Зеленстрой. Среди посаженных были ясень, липа и дуб. Мы очень активно взаимодействуем с администрацией школы и родительские комитеты. Они уже не один раз обращались, чтобы необходимо благоустройство провести и озеленение. Понятно, сложные проблемы с бюджетом, ну и мы вот решили такой найти способ.